L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Спасибо. Вы слышали восьмую симфонию Чайковского? Слышали, наверное? Естественно, что... А он всего шесть написал, дорогая. Да, слушай, да. Сервера без апеля. Ой, пока нет, там все чуть-чуть. И это вот сейчас. Какие-то женщины и так далее. Это хорошо, еще бы. Ир, Тепнер! Давайте Тепнер! Вот как я сейчас. Я бы хотел сказать... О! Браво! О! Пожалуйста. Я просто недавно после Соренто вернулся из Неаполя, все так спокойно. И опять эта суета. Подожди, товарищ, заговорил только что. Подожди. Forse alla fine mi piace un po' così, soffrire e farmi abbandonare qui, decidi di... Сидит герцог, английский, вечером читает газету, и другой выходит у приятеля из комнаты, и герцог спрашивает: «Ну как вам моя жена?» Так. Вот знаете, ничего, немножко холодна была со мной, холодна. Она и при жизни такой была. Много-много лет. Вот я смотрю на Прохана и думаю, вы когда, простите, родите? Может быть, есть кесарево сечение? Ну, какой кошмар, да? Молодец. А ты снова на Аполлоне. Да не туда, сюда. На этого, пожалуйста.